Привет, девочки и мальчики! Я очень счастлива. Наконец-то мы снова вместе. ЗФК А01 и А02. Наконец-то я снова с вами. Это тональное средство, без которого я просто не могу жить. Оно такое классное. Я вам сейчас покажу, как вообще. И вот я купила духи в Литуале. Я же тут это качаю за неподделки. В общем, короче, так, я купила аромат, который в данный момент стоит 490 рублей, и он сделан в России. Вот. И я посмотрю, что там получилось, потому что, ну, во всяком случае, в тестере вообще прекраснейший аромат. Вот так выглядит коробочка. Сейчас я коробочки распечатаю. Привет, сейчас утро, и мне только что доставили заказ Сермага. Вот. В таком красивом пакетике. Вот. А, значит, я покупала это за свои деньги. Это никакие не обзорные, что я себе беру. То, что я тестирую, то, что я пользую. Итак, я пробовала вот эту масочку из этой серии. Она стоит всего там каких-то, по-моему, ну, совсем-совсем немного. То ли 50, то ли 40 рублей. Вот, и она достаточно неплохая, вот. Поэтому я как бы решила попробовать еще продукт, вот. Давно хотела свои любимые Color Tattoo, вот они 24 часа, вообще Best Yes Shadow, они правда очень хорошими, можно рисовать брови, можно использовать в качестве кремовой базы под макияж в нюдовых оттенках, как раз вот для этого я и взяла вот этот чудесный дуэт. Давно хотела палеточку Maybelline, вот взяла тенюхи Essence, вот такого холодного румянового практически оттенка, взяла бронзер от Catrice. Ну, взяла бронзер от Catrice. Взяла бронзер от Catrice. Давно хотела попробовать, потому что все нахваливают. И я тоже решила присоединиться к армии. Ну, не то чтобы нахваливающих, а во всяком случае покупающих не за лепу под люкс. Что, кстати, очень характерно для всей территории России. Вот. Взяла муцин улитки. Это вам как бы Тони Молли. А сейчас эти масочки по цене 67 рублей за штучку. То есть это дешевле, чем в Литуале. Тони Молли это вообще как бы без вопросов. Это не обсуждается. Взяла 10 на курс с улиточкой. Вот такой вот секреция улитки. Муцин улитки. В общем, как хотите. Улиточка работает на мне, нужно освежиться, летом кожа сохнет, тем более у меня был ремонт, и я не то чтобы подзапустила себя, но сами понимаете, я делала его сама, никаких рабочих не нанимала. Я глубоко убеждена, что ремонт это тот же макияж, только не лица, а квартиры. Поэтому если вы нормально, красиво, хорошо умеете наносить краску на лицо, то поверьте, с ремонтом у вас тоже все получится, там также смешиваешь текстуры, также смотришь, как они ложатся. Также их замешиваешь по определенной концентрации. Если вам это интересно, могу подарить несколько совершенно бесплатных лайфхаков, как сделать это или то. И вот такой вот подарочек к дню рождения от Ирмага. Это крем для век. Красиво. Гиалуроновая кислота. А плюс Е. В общем, эффект мезотерапии. Это вам, знаете ли, не хухры-мухры. Вот такая красивая баночка. Так, еще я купила базовую маечку себе. Что-то вообще я серьезно хочу базовую майку в осени. Вообще за какие-то смешные деньги. Вот она сейчас столько стоит. И, короче, две базовых футболки. Черную и серую. 299. И снова 299. Ну, вообще, я, естественно, опять же держатель карты. И вот такая красивая коробочка от Essence.
Вот, здесь на боку буквы, здесь 76 оттенок, мы видим код и мы видим разъяснение на русском языке, то есть все как положено. Давайте покажу swatch. Раз, раз, раз. Ой, шелковая текстура классная вообще. И вот такой оттенок. Шелковая текстура очень красивая, очень приятная. Далее, следующим в нашей программе, вот бронзер Catrice Sun Glow Shimmering Bronzing Powder Medium Skin. 9 грамм, это просто конский размер. Мне даже теперь страшно представить, когда он закончится. Очень красивая упаковка. Кстати, вот что-что, продукты в пределах 300 рублей у них, там плюс-минус. Даже не трамвайная остановка, а вот совсем плюс-минус. Там все в районе 300 крутится в большинстве случаев. Мы также видим код. И мы также видим разъяснение. Оттеночек десяточка. И made in даже Italy, между прочим, вам. А не Персии, как некоторые продукты. Кстати, кто не в курсе, что такое Персии, это Китай. Открываем. Красота. Приятно. Красиво. Здорово. Запаха нет никакого. Чуть-чуть такой вот хвойный. Да, чуть-чуть что-то вот хвойное. Но я могу немного ошибаться, потому что у меня я сейчас нанесла крем на руки. Может быть, вот он Так, вот такой swatch. Вот этого оттенка. Вот. Да, он такой прям золотистый. И вот такой вот оттеночек потемнее в этой же коробочке. То есть можно делать контурирование и даже использовать их как тени. Текстура нежная, очень приятная. Я не знаю, сколько прослужит эта упаковка, но смотрится очень хорошо и в руках держать очень приятно. Далее мы также проверяем наличие кода, вот оно. Вот это сочетание букв и цифр совершенно хаотичное, казалось бы, на первый взгляд. Говорит нам о том, что у этой партии официально совершенно код, разъяснение на русском языке. Все как положено, открываем. Итак, мы открыли. Мы видим серо-коричневую текстуру, которая подойдет для формирования складки верхнего века в качестве базы под тени на все веко, если это не удобный вариант. И также для коррекции кремовая она, между прочим, подойдет. Многие визажисты используют этот продукт многофункционально. Это не только кремовые тени. В косметическом мире все немного иначе, чем вам кажется на первый взгляд. Я приоткрываю завесу тайны. Если полезно и интересно, подписывайтесь на мой канал. Кстати, внизу будет ссылочка на сайт Irmac. Если вы пройдете и зарегистрируетесь, вы получите 10% скидку. Итак, сводчик. Поехали. Набираем на пальчик. И вот такой оттенок. По-моему, супер. Значит, также перед тем, как открыть, палеточка снабжена такими двумя наклеечками, что не позволяет ей открыться и рассыпаться. Она имеет глянцевую поверхность, и я думаю, что эта поверхность будет сохранять на себе все отпечатки пальцев и даже царапины. Но ничего страшного, будьте аккуратнее. Распечатываем. Также обращаю ваше внимание на наличие кода разъяснителя на русском языке, что, кстати, немаловажно, очень важно. И это Nude Maybelline. Открываем дальше и смотрим. Сейчас прям сразу с вами и заглянем. Посмотрим, что там внутри. Я вообще хотела давно эту палеточку. Аппликатор, конечно, вообще. Радость и боль. Я это не считаю вообще за какую-то макияжную принадлежность. Давайте проверим. Шиммерный оттенок. Так, давайте, наверное, верхний ряд. Вот, хоп.
Значит, по пигментации я сразу говорю, что это, девочки, это не то же самое, что и Catrice нюдовая палетка. Пигментация намного круче. Вот, видите, оттеночки, они все по порядку идут. Вот, классный оттенок вот этот. И у нас еще один вот этот. Давайте. Вот, видите пигментацию. Я надеюсь, что видите. Самые пигментированные вот эти два оттенка, вот эти нюдовые. Переходим на нижнюю часть. Смотрим. Сейчас я сотру оттеночки салфеткой. И мы поедем с вами дальше. Так. Классный оттенок. Вот вообще, знаете, из серии палетка на века. То есть вы ей попользуетесь какое-то время, потом вы ее можете спокойно передарить вообще запросто. Как бы нижний ряд более пигментированный, это видно невооруженным глазом. Пудровый, но такой, знаете, с хайлайтером. И черненький, конечно же, да? Угу. Я бы сказала, что вот самые пигментированные оттенки. Это золото, это платина. Значит, черный матовый, это матовый. Дальше идет у нас, ну, такое что-то среднее между сатином и шиммером, если честно. Потому что как-то так вот навскидку даже сложно сказать, сложно определить текстуру. Тени классные, вообще мне очень нравятся. Однозначно лучше, чем Essence. Стоит дороже. О, сори, лучше, чем Catrice Nude, Absolute Nude. Ну и ценничек там, простите, почти в 3 раза больше и выше у этих, но возможности с этой палеткой будет однозначно больше. Та палеточка такая из серии «Боюсь переборщить». Вот кто боится переборщить, берите Catrice. Там вы точно не переборщите. А вот кому нужна яркость, кому нужна насыщенность, хорошие растушевки и прочее, однозначно эта палеточка лучше. Так, разобрались мы с этим всем. Вот такой крем. Сейчас я его распечатаю. Я, кстати, пробовала бренд «Красиво». Большое спасибо, кстати, Ирмак, за подарок. У меня 28-го день рождения. Не забудьте, пожалуйста, поздравить все мои подписчики. Вот у нас такая баночка. Вот, сейчас посмотрим. Красиво, если не ошибаюсь, это казахский бренд, это Казахстан. Посмотрим, как работает огромный объем для крема для век. То есть огромный. Если пойдет, я вообще готова даже терпеть вот этот запах лесного ландыша, которым славится бренд «Красиво». Вот реально парфюмерная композиция, которая добавляется этой серии «Лесной ландыш». Он не очень мне нравится, но если крем пойдет, в конце концов, я же его не в нос буду мазать, это навеки и небольшое количество, поэтому... Посмотрим. В целом, как бы впечатление классное. У них не что-то где-то как-то. У них вот здесь вот идет разъяснитель тоже. Перечень. И кому нужно питание, увлажнение, выравнивание, советую присмотреться. Это вам, знаете ли, как бы, ну, не бренд «Я выскочила вчера из-за пня», да, а это Тони Молли, то есть... Я вообще, кстати, вот меня многие смотрят из разных стран, с которыми я общаюсь, с блогерами. Девочки и мальчики, попробуйте. Это сказка. Это просто сказка. Улитка делает чудеса. Это я вам точно могу сказать. Улитка вообще способна на чудеса. Вот. Вот, получается, что как бы 199 плюс 299 плюс 299, но... По скидочке у меня получилось 677. Вот так. А, значит, здесь получилась скидка на каждую вещь. Скидочка 29 рублей, потом скидочка 45 рублей и еще скидочка 45 рублей.
В общем, грубо говоря, практически одна майка досталась мне за 100 рублей. Так. Ой, капец. Я, короче, не знаю. Ну, что-то мне... Ну, просто я решила купить базовых себе шмоточек, тем более 600 рублей. Я перед вами оправдываюсь. Я же не пускаю шопоголистические разносы. Я только так базовые вещи купить. Вот. Надеюсь, такой небольшой обзорчик был вам полезен. Я его, скорее всего, примонтирую к другим своим обзорам. Именно с сайта Ermac, потому что я не все успеваю опубликовывать. Уже такое начинается легкое зашивалово. Вот. Ну и, конечно же, делитесь моими видео со своими друзьями. Смотрите не только одно видео, вы можете пройти. Вот под видео есть такая моя фотография. Если вы на YouTube, вот нажмете на имя, и вы попадете на мой канал. Там вы увидите много тем разных, про которые я говорю. И вы увидите как бы не только косметические нюансы, там я занимаюсь еще и моделингом. Планирую сделать раздел по фотографии, планирую сделать раздел по парфюмам. На парфюмы я вообще подсела жестко. Сашечка, если ты смотришь, привет тебе, Сашуня из Лондона. Вот. В общем, девочки и мальчики, всего хорошего, всех люблю, целую. Чаще заходите в гости, то ли это какое-то такое тухловатенькое на Ютубе. Многие блогеры жалуются, что вообще что-то происходит с настройками, просмотрами. У меня так на 1500 просмотры могут откатиться, например. Пишешь им, ребят, вы что? Ну вот, они раз вроде обратно вернулись, только это уже новые 1500 или еще те 1500, вообще непонятно, сбои какие-то идут. Но как бы сама по себе сетевая система, она подразумевает, что сбои могут быть.